Доброе утро, друзья. Покидаем город Ейск. По левую руку, как видите, Азовское море. Шикарное море все равно. Любое, оно всегда по-разному. Черное по-своему классно, Азов по-своему. Вот. Двигаемся сегодня по Кубани. Верст, наверное, 300 от Ейска точно уйдем в сторону Краснодара. Ну, а дальше смотрите наш ролик и путешествуйте вместе с нами. За бортом у нас плюс 3 градуса, время 8:40. Двигаемся. Краснодар у нас 168 километров, а до него не будем доезжать, потому что нам нужно будет уйти немножко в сторону. Вот. А в Краснодар это отдельная история, посмотрим по обстоятельствам. Такая у нас погода. Также за бортом плюс 3, ничего не меняется. Впереди видно, что дождик идет. Но все равно погода сегодня лучше, чем вчера. Правда? Правда, правда. Ветра вроде нет. Нет, ветер есть немного, но все равно не такой, как был вчера. Вчера был шторм. Ну, ладно, двигаемся. Проезжаем станицу Староминскую. Далее у нас идет Ленинградская. В целом все однотипно. Каждая станица похожа друг на друга. Существенный плюс, друзья, то, что в Староминской есть ЖД-станция. Потому что, возможно, кто-то здесь ищет, да, или будет искать в свое время жилье, рассматривать эти станицы. Вот здесь есть ЖД-станция. Это огромный плюс, потому как надеяться на автобусы — такое себе, скажем, удовольствие. Подъезжаем к станице Ленинградской. Пока что не знаю, пойдем через станичку или все-таки же в объезд. Но что хотел сказать, за дорожное полотно, оно в отличном состоянии. Неважно, какая станица, да, что за поселок или вообще меж. Руль бросаешь, машина бежит прямо. Поэтому классно, просто классно. Как по маслу. Вот так заехали в станицу Ленинградскую. Легкий обзорчик, друзья. Просто немножко передать обстановку с Кубани. Теплеет уже, плюс 4. За эту станицу можно сказать, что она реально классная. Чисто, очень чисто. Асфальт везде прекрасный. Дома неплохие. Как старые, так и что-то из свежего. Магазины есть. Вот. Ну, она и не маленькая на карте. Поэтому так вот. Мы двигаемся. В продаже дома есть. Однозначно. Потому что проезжаем. Где-то на домах здесь принято вывешивать, что номер телефона, и продаю. Продаются дома. Продается дом на Кубани. Очень чисто. Да, даже при домовая территория у всех вычищено, все чистенько. Следят. И бачки мусорные, смотри, стоят. Да, мусорные бачки. Это плюс. Так как это вечная проблема частного сектора, особенно на юге. Прям приятно. Вокзал направо, ну а мы двигаемся в сторону М4. Классная, замечательная станица, от которой действительно получили удовольствие, потому что она очень чистая, хорошие дома, инфраструктура развита. Вот. Большая, естественно, все снимать не будем, и то мы прошли окраиной. В центре не были, но при этом приятное впечатление. Здесь дождик прошел, видать, потому что влажная дорога. Уже на выезде, все равно не могу не заснять и показать. Конечно, камера так не передает, но все равно видно.
все равно видно. Тихо, спокойно. А сейчас представьте, зацветет алыча, абрикосики, яблоки, вообще. Вишня, черешня. Да. Одним словом, юг. Приятно то, что очень чисто. Все следят. Ну, очень большая. Я уже не знаю, сколько населения. Потом обязательно посмотрю и закреплю, наверное, это все в комментарии. Ну, классно. Вот убирают. Полным ходом. Причем. Приятные впечатления остались от этой станицы. Как я говорю, это место, куда хочется вернуться. Вот это так. Где порядок, где чистота, хочется вернуться. Домашний уют у них. Они любят свою станицу. У нас Павловский район. Ребят, что хотел дополнить. На протяжении всего участка, вот сколько ехали, да, от станицы Ленинградской. Сейчас осталось нам до трассы М4 буквально 13 километров. Ни одной бумажки. Вот как есть на видео, да, очень чисто. Даже дождь, то есть трасса чистая, без всякой грязи. Кстати, станица Атаманская. Звучит. Ни одной бумажки. Чистота и порядок. Деревья все побелены. Да. Сейчас покажу вам храм. И на этом, наверное, на сегодняшний день буду с вами прощаться. Ой, не говори так. Видишь. Еще захочется взять камеру. Вот какой храм красивый. Рядом кладбище. Николай Угодников. Все, станица Атаманская. Пошел дождик. Сегодня у нас обещали немножко изменения погоды. В общем, катил. 2 градуса, кстати, похолодало.